внесены туда. Лучшие мамы Кировского района собрались в зале Центра детского творчества «Металлург». Их поздравляли с приближающимся Днем Матери и вручали подарки и благодарственные письма. Многие из этих женщин успели достойно воспитать не только детей, но и внуков, при этом дополнительно занимаясь и социальной работой с населением. Как Людмила Зуева. У нее 3 детей и 6 внуков, а также множество подопечных в одном из отделений общества инвалидов Кировского района. Я считаю, что многие мамы заслуживают этого. Ну, очень приятно. Я благодарна. Спасибо большое нашему председателю Королеву Валентину Степановну. Стараюсь дальше продолжать работать с пенсионерами, с нашими с инвалидами, оказывать посильную помощь. Награждение прошло на традиционном празднике «Сердце района». Торжество приурочено сразу к 2 датам – Дню матери и Дню инвалида. Чествовали на празднике и мам бойцов-участников СВО. Их поблагодарили за воспитание настоящих патриотов своей родины. Разные сегодня приглашенные люди, но я думаю, будет хорошая концертная программа, людям понравится, ну и, соответственно, наши призы и подарки, благодарность, низкий поклон и матерям. Это традиционно проводим, и мероприятие всегда пользуется большой популярностью. Для гостей творческие коллективы Кировского района в подарок подготовили свою концертную программу с танцевальными и вокальными номерами, а также игрой на музыкальных инструментах. Андрей Горгуленко, Петр Паламеев. События.